Колесо обозрения, воздушный шар, сладкая вата и даже американские горки. А всего 17 фэнтезийных причесок на тему парк аттракционов создали своими руками талантливые учащиеся Брестского колледжа сферы обслуживания. Это достаточно романтический момент, когда множество признаний делаются в воздухе, именно оно воодушевлено именно таким легкостью, кудрями можно заметить это. Для разработки этой работы сначала был изобретен эскиз, потом как-то потихонечку мы начали воплощать это все в более объемные фигуры, создавать понемножечку каркас, добавлять это все к каниколонам, сплетать все в едино, и в итоге мы имеем такую работу. Я плела вот волосы, это склеивали волосы, косички вытягивала, потом все это склеивала клеем и добавляла огоньки. А вот это вот конструкция? А это просто декор. Как вы себя чувствуете в этом образе? Вам нравится? Безусловно, очень сложно, тяжело с этим сидеть, но это очень интересно. И первый раз в таком участвую, и мне интересен итог. Готовая прическа – лишь верхушка айсберга и часть отдельного образа, который продумывается до мелочей в течение нескольких недель, включая концепцию, прорисовку эскиза в деталях, макияж, поиск материалов и наряда для модели. Я выбрала образ птицы Феникса. Это птица – мифическое существо, и она символизирует вечную жизнь. Я сделала каркас из проволоки, при помощи каниколона я сделала плетение, ребрышки, такие, как крылья получается. По краю пустила украшения и делаю перья, чтобы максимально было все похоже. Я считаю, то, что большинство моделей, даже у известных кутюрье, они служат вдохновителями, и какие-то детали во внешности могут подтолкнуть, чтобы видоизменить образ и принести в него новые детали. Наши девочки проявили талант и настоящую фантазию, и все модели выглядят ничуть не хуже, чем модели известных домов моды. Я вдохновилась, во-первых, из годов 50-х. Сама называется «Игра теней». Получается, тогда вдохновлялись шляпками, и это было тогда модно было в театрах воплощать. Выполняла я также неделю по выполнению долга эскизов и при выборе моделей. Сколько создавался образ, и сложно ли вот так вот неподвижно сидеть на одном месте? Да, сложно. Образ создавался около 4 часов, но это того стоило. Вся эта красота выполнена в рамках недели парикмахерского искусства, которая в учреждении образования проводится на ежегодной основе. А самым ярким ее событием становится итоговый показ фантазийных причесок. Это, конечно, опыт работы с моделью, опыт создания образа, так как учащиеся получают здесь не только разряд парикмахера, четвертый разряд парикмахера, но и разряд визажиста. Поэтому, конечно, для них это очень большой опыт. После этого показа они идут на практику уже в парикмахерской, где могут применять свои знания, умения, полученные в наших мастерских. Учащиеся Брестского колледжа сферы обслуживания не раз становились призерами и победителями престижных республиканских и международных конкурсов, среди которых Минский вернисаж, На Невских берегах, Роза ветров и World Skills. Уровень их мастерства признан сильнейшими профессионалами мира, а имена известны далеко за пределами Беларуси. Но самые яркие победы еще впереди. Людмила Лагодич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.